Вы как-то сказали, что вы сомневающийся человек, во всем сомневающийся, в успехе, в жизни, в смерти. Все это хрупко. В религии сомневаетесь, в будущем все время сомневаетесь. Это не осложняет жизнь быть таким сомневающимся, нет? Нет, нет, нет. Это не осложняет жизнь, наоборот. А как это? Когда ты знаешь, что возможно любое несчастье, то ты спокоен. Ты знаешь об этом. Если с тобой случается какое-то несчастье, ты готов работать, чтобы избавиться от этого несчастья. А тот, который изначально не знает, что несчастье существует, а оно вдруг обрушивается на него, то он умирает уже заранее.